На кадрах оперативной съемки в присутствии понятых и оперативников женщина достает собственного ребенка из морозилки. И рукой указывай. Даш, на меня смотри. Смотри на эксперта. Доставай давай. О том, что произошло в одной из квартир Саранска, полиция узнала от бдительных соседей. После беременности у женщины не оказалось ребенка. Стали искать и нашли. Выяснилось, что горе-мамаша приехала к своей подруге в Мордовию из Димитровграда, где она работала в одной из аптек фармацевтом. Приехала уже будучи беременной, но это ей не помешало найти нового кавалера. Жили на съемной квартире. В одной из ночей начались роды. По словам матери, ребенок появился на свет в ванной мертвым. Экспертиза показала обратное. Одна причина исключена, что он мертвым родился. Он родился живым. Две причины. Или захлебнулся водой, или переохлаждение организма. Это покажет экспертиза. По словам руководителя следственного отдела Саранска, мамаша содеянным даже не раскаивается. Как вам сказать, не переживает и относится к этому безразлично. Я с ней долго беседовал, несколько часов. А все-таки почему она это сделала? Она не объясняет? Да она непонятно, как объяснять мне, то хотела родить я медик, хотела в домашних условиях родить, хотела отказаться от ребенка. Возбуждено уголовное дело. Димитровградка обвиняется в убийстве собственного ребенка. Женщина не арестована, она лежит в гинекологии. Сейчас врачи делают все, чтобы спасти убийцу. Татьяна Баловнева, новости Димитровграда.